Кстати, еще надо отметить, что я не заметил Соника в прошлый раз, когда играл, а он тут реально есть. А это папа. Соник у нас папочка. Папа, а можно поиграть твоей головой, папа? А можно попробовать ее оторвать? Я познаю мир. Малыш Декарт познает мир, папа. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем изучать игру Sonic Dreams Collection на наличие в ней различного рода секретов, приколов и пасхалочек. И сейчас мы будем с вами в рамках этой серии рассматривать, естественно, Sonic Movie Maker, вот эту вот третью игру, самую масштабную из всех, в которой большое количество уровней. Нам на выбор доступны следующие уровни: кормежка, колыбель и Roommates. То есть я даже когда в прошлый раз говорил, что в следующий раз у нас будет финальная серия, где мы рассмотрим два последних уровня, я забыл про вот этот бонусный. Поэтому не финальная серия, ребята, в этот раз. Еще потом как-нибудь поиграем. Сейчас мы давайте возьмем, например, Creep. Я предлагаю взять уровень с колыбелькой. Я прекрасно помню этот безумный дикий трэш. Итак, начинается со следующего. Начинается у нас с того, что мы берем вот этот вот изумруд и подходим вот сюда, забираем камеру. Тут сразу же идет, как бы, это в принципе можно считать пасхалкой в каком-то смысле. Вот это вот рожа. Мне, я не знаю, мне писали в комментариях, кто это такой, но я уже забыл. Короче, вот эта рожа, она условно считается пасхалкой, но я в прошлой серии, когда в эту вот конкретно вот уровень играл, когда еще пасхалок не искал, я это находил. Поэтому не будем заострять внимание. Пасхалки тут будут другие. Так, давайте, где выход вообще? Где выход отсюда, из этого замечательного места? Не могу, кстати, не отметить, что вот мы сейчас будем вылетать, и вы сейчас увидите, каким образом это происходит. Вот, да. Вот именно оттуда, ребята. Вот именно оттуда это и происходит. А вот здесь вот мы уже будем искать с вами пасхалки. Во-первых, сразу же хочу отметить, что вот там вот находится чувачок. Мы к нему обязательно сгоняем. Я не знаю, что это будет, что это даст, но мне интересно. Так, Burp Mama, пожалуйста, субтитры. Они, по сути, не особо секретные, но тем не менее. Следующее. О, пожалуйста. Тут вот, оказывается, у нас располагается семейка яйцунов. Я бы так сказал. Яйцун побольше и два яйцуна поменьше. Яйцун папа и яйцун сына, и яйцун доча. Может быть, еще сына, не знаю. Я не смотрел им на их тестикулы и не знаю, кто они там по половой принадлежности. Итак, смотрите. У нас тут, во-первых, надо отметить, что вот еще есть... Улыбнись для мамочки. Ой, кажется, тут у кого-то несчастный случай. Ну, проще говоря, обгадился. Обгадился у нас тут кто-то, да? Я надеюсь, что это не они, потому что если вот эти ребятки у нас обгадились, то... Я вам должен сказать, что вот так вот после того, как ты обгадился, кувыркаться, это с точки зрения гигиены не самое лучшее решение, как мне кажется. Ну, смотрите, кстати, еще надо отметить, что я не заметил Соника в прошлый раз, когда играл, а он тут реально есть. Вот его башка торчит, это папа, Соник у нас папочка, понимаешь? Вау. Папа! Папа, а можно поиграть твоей головой, папа? А можно попробовать ее оторвать? Я познаю мир! Малыш Декарт познает мир, папа! Разрешим! Батя уже такой, господи, я не хочу умирать таким образом над колыбелькой собственного сына. Нет, папа, давай я возьму тебя за пипку. Ой, это было ужасно. Не-не-не, вот этого не надо. Так, слушайте. Так, ну, можем, кстати, вот этой штукой тоже баловаться, да, замечательно. Можем мамку тоже брать за голову, видите? А мы можем... Нет, не можем, слава богу, на самом деле. Слава богу, что мы не можем брать мамку туда. Это хорошо. Гляньте, я что-то с Соником сделал, я ему шею сломал, по-моему. У Соника реально шея... Слышь, ты что со мной делаешь? Что это за сердечки? Я не понял, меня насилуют, что ли? Пошел вон, маленький извращенец. Слышишь, иди лети туда куда-нибудь. А ну, кстати, а можно попробовать, может быть, получится, нет? Не знаю. Оба! Так, я пытаюсь проверить, можно ли Тейлза выбросить за пределы. Мне просто интересно. Я уже, по-моему, в прошлой серии Тейлза уронил. Уронил нехило так. Сейчас попробуем в этой серии уронить, давай. Опа! Куда-нибудь. Почти, ну почти, да, немножечко не удается. Ну окей, хорошо, давайте все-таки попробуем попасть вот туда снаружи. Нам надо взять какой-то предмет, который поможет нам, позволит нам на нем прыгать, на нем отпрыгать. Вот это, мне кажется, подойдет. Ай, что такое? А, это мячик типа, да? Ну ладно, хрен с ним. Смотрите, берем и вот на этом гамбургере прыгаем, да? Сейчас долетим. Да давай долетим. Ну, на гамбургере долетим. Ну, нормально же будет. Давай, оп! 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 Нет, слушайте, гамбургер... А, подходит, подходит, смотрите. Подходит.
Что-то очень плохо подходит, на самом деле. Нет, надо что-то другое. Стакан нужен. Дайте кто-нибудь сраный стакан, блин, в коляске в этой гребаной, не стакан. Что это за коляска такая? Что это за колыбелька без стакана? Мама, папа, я буду жаловаться. Я маленький, юный алкоголик. Я хочу стакан, в конце концов. О! О, ребята! Во как надо гамбургер оседлать. Надо вот так вот его прям четко оседлать. И подпрыгивать, подпрыгивать все выше и выше. Правда, я немного не рассчитал, и я, по-моему, сейчас упрусь, наверное, в башку Соника или еще куда с моим-то везением. Куда упирается вот это говно, которое привязано? Я боюсь вверх посмотреть. По-моему, я начинаю соприкасаться с Соником уже постепенно. Или с матерью, не знаю. А, это ее нога, ни хрена себе нога, слушай. Так, ну мне надо вот туда. Мне надо вот туда вот лететь, к нашему яйцуну. Там яйцун. Там маленький яйцун и какой-то субтитер. Субтитер там у него. Давайте, оп, тихо, тихо, все. Приземляемся. Хорошо, приземляемся. Сейчас получится. Ну давай, я отпускаю. Так, все, держим, держим, держим гамбургер. Не отпускаем. Отлично. Гамбургер, далеко не улетай. Ты мне еще пригодишься, наверное. Здорово, чувак. Мы хотим ничего больше, лишь вернуть вомб. А, вернуться в вомб. А что такое вомб? Чувак. Что такое вомб? Ну, в общем, смотрите, я могу куда-то туда. О, там еще какие-то надписи. Ну-ка, сейчас. Давайте куда-нибудь вот туда вот, хоть кому-нибудь этот субтитер этот. Так, давай, тихо. Дальше. Пусть кто-нибудь из них это говорит. Я не знаю, что такое вомб на самом деле. Это надо хорошо знать английский язык, а я его, по-видимому, настолько хорошо не знаю. Кстати, тут еще вон... Можно спрыгнуть вот на эту хрень, да? Так, ну-ка. Вот у нас родители заботливые прям торчат, я не могу. С таким упоением смотрят на своих детишек. Что тут написано? Born yesterday, рожден вчера. Давайте все пойдем домой. Username. Смотрите, семейная ссора. Соник дает леща своей возлюбленной. На, дорогая, на тебя как следует. Где мое бухло? Где мое пиво? Я не понял, где... Ты понарожала мне этих спиногрызов, они орут посреди ночи, спать не дают. Да попади ты хоть раз-то по ней в конце. По ноге хотя бы ей попади, я не знаю. Они мне спать не дают, эти мелкие ублюдки. На тебя как следует получай. А, я злой Соник, ничего не знаю. Пробуем теперь, смотрите. Короче, поразвлекались и хватит. Я хочу попробовать попасть вот туда вот. Вот на вот эти... Вот сюда, короче, да, вы поняли. Сейчас попробуем здесь пройти и посмотреть, что тут будет. Если тут, конечно, что-то будет... Возможно, что не будет ничего. Но я, честно говоря, я не ожидал, что я вот здесь вот окажусь. Это довольно интересный опыт. Так, давайте-ка попытаемся как-нибудь. Может, тут какой-то еще товарищ маленький яйцун стоит и что-то хочет. Тихо. Вот туда. Не, походу, смотрите, я уже вижу. Наверное, я уже могу сказать. Улыбнись для мамочки, вот там, пожалуйста, субтитр идет. Кстати, субтитр, который я, скорее всего, никак не могу использовать. А, могу, смотрите, его можно тоже брать там и к маме, к папе придвигать. Да, если мы хотим снять фильм. То есть это субтитры, которые нужны как раз для большого Соника и большой... Ну, вот этой вот тёлки из жопы, которой я вылез, короче. Или не из жопы, или неважно откуда. Это неважно откуда. Короче, факт тот, что... Так, тихо. Ой-ой-ой, я упал. Куда я упал? О, все, ребят, я попал... Я попал в бесконечное какое-то дерьмо, смотрите. Я вообще не смогу отсюда выбраться теперь никогда. Вот так. Вот, все быстрее и быстрее. Помогите кто-нибудь. А, на помощь. Ну ладно, хорошо. Короче, тут мы секреты и приколы рассмотрели. Идем дальше. Кормежка, ребят. Уровень с кормежкой. Здесь, во-первых, сразу надо отметить. Первый же прикол, который тут можно увидеть. Берем лампу и вот так подводим. И здесь мы видим... Яйцунов, которые стоят и наблюдают за вот этим потрясающим действием. Нет, чтобы помочь Сонику, вы посмотрите. Я ж в Соника сейчас буду беднягу запихивать. Сейчас он все будет жреть и жреть, вы понимаете? Бедолага Соник, а вы не хотите ему помогать. Не хотят помогать, маленькие говнюки. Теперь подходим сюда и вот, пожалуйста. Мы видим там замечательный субтитер. Субтитер, который мы можем взять. Можем взять, и на нем написано: «Выпустите меня отсюда!» И, конечно же, этот субтитр максимально подходит... К данной ситуации. Вы вот согласны со мной? Я думаю, что да. Не согласным быть просто невозможно. Дальше пончик. Вот это как раз хорошо, что я попал на пончик. Смотрите, берем. Он не всегда выходит, но он больше всего подходит для того, что я хочу проделать. А хочу я, ну, нетрудно догадаться, что я хочу. Я могу хотеть только одно. Как обычно, вылететь куда-нибудь далеко-далеко за пределы всего этого.
Было бы неплохо, кстати, постоять бы рядом с этими чувачками, которые яйцуны. Ну вот где они, правда, их? Вот тут, по-моему, да? Так, тихо. О, все. По-моему, я упал. По-моему, я куда-то упал. Так, окей. Тут у нас... Sorry, daddy. Прости, папочка. Прости меня, папочка. Так, я делаю намного ярче, чтобы хоть как-то ориентироваться в происходящем. Это субтитр, который мы можем, наверное, я так понимаю, подбить к какому-нибудь из персонажей, но не к Сонику. Потому что, я не понимаю, если мы подносим этот субтитр к Сонику, когда он лежит связанный, и мы набиваем его жратвой, он говорит, прости, папочка. Почему его папочка? С какой стати, блин, мы его папочка? Это большой вопрос, на самом деле. Я вот думаю, пончик надо нащупать бы. Блин, где пончик? Куда я его дел? Нахрен, все, я потерял пончик, да и насрать. Зато он у нас яйцун стоит. С яйцуном можно поговорить. Вот ему, кстати, можно взять этот субтитр, прости, папочка, тоже подогнать. Или Тейлзу, когда Тейлз там потом в конце появляется. Тебе что надо? Никто не может быть настолько же возбужден, как я. Это точно. Окей, ладно, я тебя понял. Я, наверное, отойду. Какой-то яйцевой сексуальный маньяк стоит. Окей, хорошо. Давайте теперь попробуем оббежать. Это мы, кстати, находимся, как видите, на какой-то съемочной площадке. Не знаю, видите вы это или нет. Тут чертовски темно. Я это вижу только потому, что я сделал очень ярко. Надо попробовать обойти вот с этой стороны и посмотреть, что тут. Нет, вы знаете, я тут прошелся хорошенечко. И я, в принципе, ничего, кроме вот этих вот штук, ничего больше я тут не вижу. Только яйцо, которое очень возбуждено. Вот так вот. Вот так, замечательно. И мне опять, кстати говоря, предлагают нажать Z. Я опять нажимаю Z, и начинается вот это вот садомия полная. Полная жесть. Смотрите. Зачем это надо? Для чего это надо? Я не знаю. По-видимому, это возможность вызвать вот такой вот апокалипсис. Она существует в каждом уровне, я так подозреваю. Первый раз она у меня появилась, когда я яйцу, по-моему, отдал фальшивый ананас. Или что-то в этом роде. А потом уже по нажатию клавиши Z это происходит. Уж не знаю почему, что это и зачем. Ну вот такие вот у нас на сегодня секреты и приколы. Два уровня рассмотрел. Больше я там в этих уровнях ничего, по крайней мере, сам найти не смог. Уж не знаю, может быть, что-то и упустил, но надеюсь, что нет. Кажется, обсмотрел реально все, что можно. Давайте на этом заканчивать. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.